Эпид-обстановка в Карачаево-Черкесии по-прежнему остается напряженной. Ежедневно в республике фиксируется более 50 новых инфицированных. Почти в два раза увеличилось количество случаев внебольничной пневмонии, также число госпитализированных. Что касается вакцинации, то на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии привито более 40% взрослого населения. Но для создания надежной иммунной прослойки, способной остановить распространение вируса, число привитых должно подняться до 60%. Всего с начала пандемии у нас выявлено 22 326 вирусоносителей. Из них выздоровели 20 672, и на текущую дату в госпиталях находится 660 пациентов. С 24 июля текущего года в связи с ростом заболеваемости COVID-19 открыт еще один госпиталь на базе Черкесской городской поликлиники в северной части города. Он рассчитан на 200 коек. Сейчас там находится порядка 90 больных.